It's introduction time here at the Crucible. In Cavalier style, and the former Embassy World Champion has been in tremendous form. Ladies and gentlemen, into the third session of the World Semi-Final, will you welcome Ronnie O'Sullivan? What a roar from the Crucible crowd here as the 2001 champion enters the arena looking for his second ever final. Ladies and gentlemen, his opponent with nothing to prove in what still is a magnificent career, making him the most successful individual sportsman that his country has ever produced. I got the wrong set in. Ladies and gentlemen, can I ask you to welcome, it's a real honor to welcome, the 7-times Embassy World Champion, the brilliant... ...фантастического количества побед на рейтинговых турнирах. 35. За всю его карьеру, я напомню, что карьера в профессионалах у Стивена Хендри ведется аж с 1985 года. Итак, сегодня определится финалист. Финалист чемпионат мира 2004 года. И надо сказать, что счет, пока что счет совершенно... Ну, скажем так, не устраивающий Стивена Хендри. Всего лишь 3 партии выиграл он из 26, и 13 остались за Ронни О'Салливана. 17 побед необходимо, как вы уже знаете из нашего предыдущего репортажа о полуфинале с участием Грима Дотта и Мэтью Стивенса. Так вот, 17 побед необходимо для того, чтобы... выйти в решающем матче за чемпионский титул. 13-3, конечно же, счет катастрофический для Стивена Хендри. Но, тем не менее, борьба продолжается. Я напоминаю, друзья, что это записи, даже если кто-то знает из вас счет, уже не вытерпел и посмотрел, постарайтесь... как иногда говорят, расслабиться и получить удовольствие от того, что будет перед вашими глазами. Вот этот самый матч с участием двух гениальных игроков. Вот Ронни О'Салливан. Пожалуй, на сегодняшний день главный претендент на чемпионский титул. Особенно учитывая ту игру, которую он показал на протяжении двух предыдущих дней в полуфинале против Стивена Хендри. Итак, 13-3. Стивен Хендри у стола. Похоже, что все-таки отыгрывался Стивен Хендри. Хотя мне показалось, что и была возможность ударить и по лузе, но тем не менее, пока что шар стоит в луза. Я думаю, что Ронни О'Салливан будет пытаться его забить, и ну, длинный удар. Как и вчера, для него сегодня по первому, в этом случае, подходу его к длинному удару, видно, что проблем не доставляет эти самые удары. Серия начинается с участием Ронни О'Салливана. Я напомню, 12 у него. Уже серии за 100 очков на нынешнем чемпионате мира. Пока что лидирует по этому показателю абсолютный лидер Стивен Хендри. Я напомню, 16. Брейка за 100 очков на чемпионате мира 2002 года, где Стивен Хендри в финале уступил Питеру Эптону. Вы знаете, я думал, что-то изменится даже вот по первым ударам. Ничего не изменилось в сравнении с предыдущим днем. По-прежнему 100% уверенность в действиях Ронни О'Салливана. И что, очередную серию победную он собирается сделать? Сейчас красный, затем выход под черный, и, наверное, будет раскатывать красные шары. Будет сильный удар от борта и попытается. Единственное, что можно отщипнуть вот тот нижний, стоящий под пирамидными шарами. Их сейчас там 11, вот самый низкий. Да. Наиболее низкий, близко к нам стоящий, как раз совершенно очень хорошо направляется в лузу. Вот здесь-то, наверное, будет небольшой такой раскат шаров, стоящий рядом. Нет, подбивает Ронни О'Салливан. Помните, как недавно Мэтью Стивенс удалось? Правда, он тогда играл слева, справа. И то же самое подбил очень хорошо. После этого вышел под черный, как будто бы от стены
стоящий перпендикулярно движению битка. Отошел белый шар, и выход под черный просто идеальный. Продолжается серия. С завидной легкостью играет Рони О'Салливана, я напомню, на его счету. В этом сезоне уже есть одна победа у Рони О'Салливана. Он выиграл Welsh Open в финале, переиграв Стива Дэвиса со счетом 9-8. У Стивена Хенри две победы. Одна на British Open, 9-6 он переиграл Рони О'Салливана. И вторая в премьер-лиге, также со счетом 9-6 он сумел победить своего, наверное, можно сказать, товарища все-таки, Джона Хиггинса. Если говорить о чемпионатах мира, трижды встречались Стивен Хенри и Рони О'Салливан, причем матчи, два матча на стадии полуфиналов и один матч четвертьфинале. Все три закончились победой Стивена Хенри. В 95-м году, когда Стивен Хенри стал в очередной раз чемпионом мира, в финале переиграв Найджела Бонда со счетом 18-9. Так вот, в четвертьфинале он выиграл у О'Салливана 13-8. Затем в полуфинале 99-го года, когда он в финале переиграл Марка Вильямса со счетом 18-17. И стал семикратным чемпионом мира. Последний титул, который выиграл Стивен Хенри. Так вот, в полуфинале он 17-13 с разницей в 4 партии. Победил Рони О'Салливана. И в чемпионате мира 2002 года, когда Стивен Хенри был в прекрасной форме, но всего лишь одну партию проиграл в финале Питеру Эбдену 17-18. Тем не менее, в полуфинале с таким же счетом, как и тремя годами ранее, он переиграл Рони О'Салливана. Я напомню, 17-13. Ну вот теперь очень и очень такой жесткий реванш берет за свои предыдущие поражения Рони О'Салливан. После первого дня соревнований, после первого дня полуфинальных соревнований, Стивен Хенри сказал, что мы с Рони О'Салливаном не друзья, достаточно хорошие знакомые, но не друзья, но тем не менее я восхищаюсь его игрой. Играл по отыгрышу все-таки. Это шар. Клал Рони О'Салливан, уже 52 у него серии. Чуть-чуть страховался, но тем не менее под зеленый-то вышел просто замечательно. В общем, и зеленый, и коричневый, какой он будет бить, сейчас мы с вами увидим. Непредсказуемо может сыграть Рони О'Салливан. Ну, коричневый. Коричневый играет. И выходит под красный, который стоит в основании пирамиды. 56. Выход идеальный. Красный, и практически сам собой выход получится под черный. Пятьдесят семь на ноль. И, Коля, друзья, идет начало нашей последней встречи с поединком этих двух замечательных игроков. 65. Давайте вспомним, как складывался этот матч. Буду называть все счета. Всех сыгранных партий, они того стоят. Итак, счет становится 1-0 в пользу Рони О'Салливана. 86-17 он делает. Причем брейк у него был 85. 1-1. Счет Стивен Хенри сравнивает. Делает брейк 61. Стивен Хенри 61-16. 81 на 0. Рони О'Салливан. 3 подхода. 33. 1 очко и 47. 2-1. 3-1 он впереди. 68-42. 4-1, 127, 127 с брейк-ския Рони О'Салливана. Вы слышите аплодисменты и видите всю ту историю бильярдную, которая творится вот в сей момент на снукерном столе. 14-3 становится счет. 14-3, разница в 11 партий. Фантастика. А я продолжаю. 68 на 0. Брейк 67 Рони О'Салливана. Еще становится 5-1. 98-39. Хенри ския бьет 39, затем
затем переход, и уже 98 ския делает никто иной, как Ронни О'Салливан. 90-39, 6-1, 6-2. 85 на 0 побеждает Стивен Хендри. Это второй выигрыш его второй партии. 81 очко он делает с Кия. 7-2, 81 на 6. 81 брейк Ронни О'Салливана. 8-2, 92, 92 брейк Салливана. 9-2, 71, 52 из этих 71, 19 и 52 у Салливана. 10-2, 117 на 9. Брейк Салливана 117. Второй брейк у него было 10, и так стало 12 брейков за 100 очков. 78 на 36. 63 на 21, это все 11-2, 12-2, 13-2, 79 на 0, 13-3, 49 на 66. И вот в этих партиях по несколько раз подходили к столу и тот, и другой. 14-3, 71 на 0, 71 с кия делает Салливан, 74, это у нас счет 13-3, да? Да, все верно. Вот 14 на 3 и 71 очко с кия. Как раз и вся партия-то продолжалась 7 минут и 56 секунд. Это рекордное количество по времени. Наименьшее количество затратили на эту партию. Ну, прежде всего, что значит затратили? Затратил Ронни О'Салливан. Итак, друзья, мы смотрим с вами 18-ю партию. Фантастическое количество партий они провели между собой с 93-го года. 38, 20 побед, кстати говоря, на счету Салливана и 18 Стивена Хендри. Причем основное количество побед у Стивена Хендри до 2000 года и после 2000 года основное количество побед у Ронни О'Салливана. Хотя более-менее распределяясь их победы по годам. Не так, чтобы подавляющее преимущество было по предыдущим годам, предположим, за Стивеном Хендри, когда он остановился, когда он выиграл подряд свои чемпионские звания. Ведь не только мы говорим о чемпионатах мира. Там 3-0 вот до сегодняшней встречи ведет Стивен Хендри. Но масса еще было и других турнирах. Причем в финалах они встречались несколько раз, уважаемые друзья. И я смотрю, раз, два, три, четыре финала на счету Стивена Хендри. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7. 7 финалов на счету Ронни О'Салливана. Я говорю о финальных соревнованиях рейтинговых турниров. Достаточно тяжелое начало 18-й партии. Завязалась игра. И, в принципе, может начаться серия Ронни О'Салливана. В середину очень хорошо шар стоит. Да, вот этот одиноко стоящий справа. Блузи. Итак, серия началась Ронни О'Салливана. Одно очко он сделал. Ну, синий без проблем, понятно, скатывается. И... Здесь сложно что-либо говорить. Секс. А там насколько мастерским был удар. Вот выход на самом деле мастерский. Причем, посмотрите, 5 красных шаров перекатились на ту сторону стола, дальнюю от нас, хотя, если говорить о половинках стола, то та-то ближняя. Это откуда начинается разбой. Но учитывая, что у нас с вами, друзья, места телевизионные, мы говорим, что та...
по сути свои ближние, на самом деле дальние. Дальние от наших телекамер, от нашего с вами телевизионного взгляда. И заодно... Вот посмотрите, даже сравните, как играли Мэтти Стивенс и Грим Дот, и как играет Ронни Салливан и, Стивен Хенри. Вспомните игру Дота, ибо он вышел в финал. Я напомню, что в предыдущем финальном матче ошибался достаточно много Мэтти Стивенс. Хотя могли играть контровую, был шанс у Стивенса выйти в финал. Второй раз в своей жизни играть в финале. Сначала в 2000 году он играл против Марка Уильямса, проиграл 16-18. Не думаю, что... Впрочем, ладно, 19. К чему гадать. Мог Стивенс выйти, но он ошибался в решающей партии. При счете 16-15 и проиграл ее. 17-15, победа за Гримом Дотом и первый финал 26. Вообще в биографии, 27. Бильярдной биографии этого молодого человека. По-моему, Дот на 2 года моложе Ронни Салливана, ну и понятно, прибавьте еще 6. Разница между Ронни Салливаном и... Да, на 2 года он моложе Ронни Салливана. Салливан с 5-го, а Грим Дот, как и Мэтти Стивенс, они оба одногодки-то, участники предыдущего полуфинала. Они 77-го. Ну и на 6 лет старше Ронни Салливана Стивен Хенри, на 8 Грима Дота. Но все-таки есть одна цифра, которую я не перестаю напоминать. Во-первых, 6 раз в турнирах, 6 раз в турнирах 42. Рейтинговых Стивен Хенри делал, извините, 8 раз, конечно, делал 147 ския, и 6 раз делал в рейтингах 147 ския Ронни Салливан. И дважды делал 147 на чемпионатах мира Стивен Хенри. А это дорогого стоит. Сорок восемь. Недостаточно простой шар. Достаточно простой шар стоял для Ронни Салливана, и похоже, что... Но это фантастика, красная стала. Обратите внимание. Точно напротив луза. Чуть-чуть не дорезал в этом своем ударе красный шар Салливан. Ну и понятно, что Хенри начинает свою серию. Посмотрим, как он разберется. Будет он разбираться сразу со всеми красными шарами на дальней от нас половине или не будет? Нет, не стал. Может быть, разберется. Вы знаете, прежде чем биток перевести на ближнюю к нам половину, закончит свою жатву там. Да. Чтобы уже не возвращаться, это называется. Сейчас зеленый и выход под красный. После красного, скорее всего, выход под черный или под синий. И начнется игра уже на этой половине стола. Я напомню, что забивается красный через цветной, точнее цветной через красный. Красные шары не выставляются, цветные выставляются, пока их не остается 6 штук цветных. 10. Под коричневый вышел Стивен Хенри. Желтый даже. И как прекрасно он раскатил красные шары, а? Я, как вы, внимательно смотрел на композицию из красных шаров до этого удара. Честно говоря, думал, под какой же шар он будет выходить. Он решил просто гениально. Просто и гениально. 13. Раскатил их, и причем раскатил, как на самом деле, величайший мастер. У меня такое подозрение, что эта серия может принести Стивену Хенри победу в этой партии. Если только он не ошибется, как и Ронни Салливан, он
что называется, не взял свое в какой-то момент. Красоты неописуемая игра. Вот чем проще, казалось бы, чисто внешне, для нас, с нашей стороны, чем проще играет игрок, тем, конечно, богаче его мастерство. Помните, по началу нынешнего чемпионата с TV-раунда, мы начали пока с так называемого TV-раунда, как возили подчас, да? Шары по столу. Попасть просто не могли. А здесь серия, исключительно серия. Когда я вам счет называл, тех партий, которые уже завершились, вы заметили, серия. Но как-то преимущество Салливана достаточно великое. Понятно, что и серии было в его исполнении куда больше, нежели у Стивена Хенри. Ну что, четвертое очко набирает Стивен Хенри, хотя еще пока что рановато об этом говорить, еще минус 6. Если говорить об очках, которые набираются по ходу партии. Вот этой вот. 18-й по счету. Всего 33. Могут они сыграть. 48-48 и 27 на столе. Вот та самая домашняя ситуация, с которой не мог справиться Мэтью Стивенс. Ну там, правда, раскат был изначально немножечко не такой. Я говорю о предыдущем полуфинале, за которым мы, друзья, с вами наблюдали полчаса назад. Это самый последний, точнее, предпоследний, по-моему, партия. Там желтый чуть отошел. Ну а потом начались такие страдания очень явные со стороны Мэтью Стивенса. Ну а чем они закончились, вы знаете. Его поражение в матче за выход в финал против Грима Тотта. Идеально. Вот достаточно много раз я видел розыгрыш этой последней цветной комбинации в исполнении великого и не перестаю удивляться. Вот он даже не задумывается, он просто тихо идет. Иногда, может быть, помелит наклеечку. Все. 27 победы Стивена Хенри в этой партии. Сейчас становится 14-4 на преимущество очень большое. 14-4 в пользу Рони О'Салливана. Похоже, что не выспался Стивен Хенри. Один не выспался, другой. А чашку с горячим питьем в руки греет. Нормально. Великие подошли к столу. В нормальном состоянии. 15-я партия. Стивен Хенри на разбой, Рони О'Салливан готовится произвести свой первый удар. Ну, конечно, надо посмотреть будет вначале, шары разойдутся по столу. Ну, во всяком случае, длинного удара уже может и не получиться. Хотя, по-моему, проходит биток, почти касаясь синего шара. Но также биток проходит и почти касаясь красного. Это значит, что начинается все с того, что 4 очка штрафа получает Рони О'Салливан. И что, оставляет позиции Стивен Хенри? Оставляет. Посмотрите, вот видите, под не отдельно, да, вот этот вот шар, который прекрасно стоял. Прекрасно стоял, чуть поодаль от других остальных красных шаров и даже перерезал его. Стивен Хенри. Тем не менее, играл по отыгрышу. Биток поставил идеально на дальний борт. И вот выглядывается в позицию Рони О'Салливан. Что отыскать-то? Да ничего особого-то отыскивать. Нет, нашел. По полузе не играет. Переводит биток на тот же борт, где он и находился. А мне в голове не укладывается. Вот как финальные матчи еще в 50-х годах проходили из... В 50-х, в 40-х годах проходили... Сейчас я считаю, из 151 партии.
151 партия. Это же с ума можно сойти. Это финал проходил, уважаемые друзья. Когда Джо Дэвис властвовал, выиграв почти что 20 титулов подряд. Вот как? Сколько они игрались, эти матчи? Ну, где-то, наверное, не меньше недели. К сожалению, сколько не пытался, так и не сумел достать. Ну, хотя бы... Понятно, что видеозапись тогда еще не было. Может, наверное, была какая-то киносъемка, переведенная затем видеозапись. Не получилось, но любопытно, наверное, посмотреть, как же играли тогда люди. А правила в снукер практически с позапрошлого столетия ведутся. Уже те, которые по сей день. Ну, понятно, что англичане. Правда. В Индии придумали эту игру. Любопытно, что если говорить о начале всего этого действия, то была такая игра под названием «Блэкджек». Вот она легла в основу той самой снукерной игры. Но бортовой бильярд, что-то наподобие фишек, и лузный бильярд, вот это вот и блэкджек. Вот это вот, скажем так, то, как гласит история, что легло в основу изобретения снукера. Ну не блэкджек, конечно, это так в народе называют. Блэкджек, друзья, это карточная игра. Уже. Просто на сленг я пришел, прошу прощения. Понятно, что бильярдная — это не блэкджек, а это блэкпул. Ну, лузная пирамида и карамболь. Тогда любопытно, что он назывался. Это был 1875 год. Он тогда назывался просто как бильярд. Вот безлузный. Вот бильярд, он и есть бильярд. Сейчас карамболь, фишки играют тоже безлуз. Кстати, очень и очень любопытные, интересные игры. Как-то, наверное, года 2-3 назад, а может быть даже года и 4, мы одну из таких игр транслировали из Италии на канале Евроспорт Россия. Любопытно, что 10 лет потребовалось вот этому самому гибриду Блэкпула, пирамиды и карамболя, чтобы добраться из Индии до Великобритании. Ну а родоначальник этой игры, во всяком случае, как гласит история, точнее, даже не родоначальник, а изобретатель этой бильярдной игры, никто иной, как сэр Невилл Фрэнсис Фицджеральд Чемберлен. Ну и вот я напомню, что первенство начали разыгрываться. Первенство Великобритании. С 1916 года подсчет очков, как я уже говорил, с позапрошлого столетия, с 1891. Но вот я вам называл Джо Дэвиса, знаменитого игрока в снукер. Так вот, он был чемпионом среди профессионалов, профессиональный чемпионат мира с 27 года. Ну, вы уже знаете об этом, неоднократно мы рассказывали. Ах, какую резку, а! Какая резкая не прошла у Стивена Хендри. Даже когда повтор был, кажется, вот-вот немножко, и все-таки шар пойдет в луз. Но это уже на максимальной резке сыграл Ронни Салливан. И посмотрите, какой выход. Ах ты, ну под красный-то вышел идеально. Впрочем, и игра у него сейчас по красному. И вот такая легкая-легкая улыбка тронула чело Стивена Хендри. Так вот, 15 титулов у Джо Дэвиса. С 27 по 40 он 14 выиграл, затем в 46-м. Первый послевоенный год. Вот тогда он играл из 151 партии были матчи. О. Счет 4-4, несколько необычный для игры Стивена Хендри и Ронни Салливана именно в этом финальном матче, потому что как-то сразу кто-то из них выходил на серию и вперед. Ну, в основном, хотя были партии, пятая, шестая, когда по несколько раз подходили
делали результативные серии к столу. 12. Хенри и Ронни О'Салливан. Правда, серии были небольшие там. 20 очков. Потом 23 серия, я знаю, была 14. Но сейчас Ронни О'Салливан, похоже, взялся за дело всерьез. И вот насколько неудачнее, нежели... Помните, какой подбой был у Стивена Хенри по предыдущей партии, которую он выиграл? А вот здесь завинтился шар среди красных. Вроде бы разогнал их по кругу, а вот такого очень хорошего удара я, честно говоря, не вижу. Скорее всего, отыгрываться будет Ронни О'Салливан, сейчас будет искать вариант. Может быть, от лево стоящего, но... Да нет, не проходит там шар, получается, замазан. И угол немножко не тот, почти на горизонтали стоят. Здесь бы неплохо спрятать биточек за черным. Но опять же, приходится выбираться из этого капкана, который устроили красные шары белым. Да, вот именно об этом шаре я и говорил. Значит, проходит все-таки. И вот сюда. Ну, на винте не сыграть, очень близко стояли шары. В таком винте, чтобы убрать биток за черный. Но тем не менее, он катил его поближе к лузе. И... Свою задачу-то он выполнил на все 100%. Виден тот бок, а чуть-чуть правее центра находится эта точка, в которую должен попасть биток. Если Ронни О'Салливан будет играть сейчас вот этот дальний шар по лузе. Нет, не будет, отыгрывается. Не рискнул. И там на грани, возможно, он проходил мимо зеленого, мог коснуться. Небольшой карамболь, но он никак не повлиял на качество удара, может быть, даже наоборот. Если говорить о Стивене Хенри, то он чуть-чуть затруднил для великого этот удар. Точнее, этот выход битка, его постановка, когда он коснулся зеленого, постановка битка на дальний короткий борт. По размеру Стивен Хенри чуть-чуть перемудрил. Хотя опять же красный какой стоит на ударе? Вот тот на ближнем к нам коротком борту, да вот этот. Его будет сейчас сплавлять, скорее всего, в лузу Ронни О'Салливан. Не то что сплавил, а просто идеально сплавил. Ну а здесь уже выбирай любой. Чуть было не сказал синий, красный, голубой. Красный он только что забил, поэтому есть вариант желтый, наиболее приемлемый. Ну, желтый оказывается в лузе. И под красный. Три. А вот что теперь за красный? Вот еще парочку сантиметров притянул. Впрочем, и так виден, конечно же. Виден шар. Вот стоят 4 шара, ближе к короткому борту. И вот вы видите тот, который выцеливает Ронни О'Салливан. Проходит? Сомневается он. Сомневается. Ну, где-то совсем в притирку. С другим красным шаром, который стоит чуть ранее. И в итоге выбирает другой. Посмотрите, тот, который стоит над черным. Но тем не менее... Даже тот, который стоит на черном, и не шелохнулся даже черный шар. Ронни О'Салливан лузу кладет, выходит под синий. Выходит не менее замечательно. Как если бы оценивать этот удар, который он только что сделал. Причем резко была достаточно такая неприятная.
Ну что, теперь будто бы взял биток рукой и поставил напротив красного. Небольшая тяжечка и пожалуйте. Сейчас будет играть черный. Черный в лузе. Ну и теперь вот два этих красных в лузу на левый, ну никак не проходили. А направо, почему нет, вот этот нижний отцепить просто одно удовольствие. И вот на тот удар, который не решился чуть ранее, правда позиция была несколько другая. Сейчас отважился Рониас Леон, впрочем, что значит отважился? Он выходил. Он и планировал этот удар. И Стивен Хенри вновь безэмоционально. Он даже о чем-то своем, думаю. Так механически наблюдает за той позицией, которую разыгрывает Рони О'Салливан. С фантастической легкостью играет Рони О'Салливан. Не знаю, как вы, уважаемые друзья, вот я получаю истинное удовольствие наблюдать за этой игрой. Посмотрите, он, казалось бы, максимально резкий, он кладет синий лист и умудряется подбить красный. Причем подбить так, что даже просто кий перехватил из правосторонней хватки, ну, в левую руку. И спокойно, с левой руки, не задумываясь. За последние несколько лет я впервые встречаю такого игрока, который даже решающие матчи, очень серьезные встречи, проводит, играет то левый, то правый, не задумываясь. Нет, я безусловно, и вы, надеюсь, видели игроков, которые, когда нужно, ну никак не подлезть, если ты правша, если не как шару, ой-ой-ой-ой-ой. И опять очередной свой шар, не сбивает красный шар Рони О'Салливан. Свой шар, конечно, под выход все было построено, тем не менее, надо было класть красный. Смотрите. Чуть-чуть не дорезал и верхнюю губку попал биток и застрял. Ну, не то что, да, практически застрял в створе. Может быть, не так быстро, но и Хенри играет не менее мастито. Хотя смешно даже говорить. То есть семикратный чемпион мира, причем выигравший свое последнее звание в 99-м году. Может играть не мастито. Так, из серии делает Стивен Хенри. Кстати говоря, может завершить ее. Потому как раскатные шары для него, это я не думаю, что должна быть большая проблема. Ну так вот, я продолжаю. Видел, и вы видели игроков, которые вот, когда нужно какой-то сложный шар забить, перехватывают ки там, касаясь носком ноги пола, там, как-то исхитряются подлезть под удар. Но чтобы кто-нибудь из них так легко это делал, не задумываясь, как Рони О'Салливан, я не припомню. Ну, я просто не видел, что тут здесь припоминать, не припоминать. Любопытно, что вот левша Джимми Вайс большой неохотой кей берет в правую руку. Но очень редко. И неплохая серия. Я уже говорил, что Хенри может закончить эту серию при одной единственной ошибке Салливана. То же самое, как Салливан все свои серии кончал. Ну, не все. Здесь я чуть-чуть погорячился. Ну, как минимум, половину партии он выиграл после одной единственной неудачи. Ну, даже относительно неудачи в исполнении великого. Ну вот она, еще одна, вторая за партию.
И теперь Салливан, конечно же, не отпустит. 58-33. Хотя что значит не отпустит, друзья? Вот здесь бы я... Ну, скатывается по ближнему к нам короткому борту. Скатывается красный шар, да и в середину направо красный шар стоит. Знаете, как по диагонали они чуть-чуть расположились. Такой удар выберет Салливан, техники ему хватит и тот, и другой положить. Хотя помните решающий матч в предыдущем полуфинале, когда желтый стоял на дальнем от нас борту, где-то под углом 45 градусов на расстоянии, наверное, где-то сантиметров 50-60, бил по нему. Гримдот, тогда он мог уже выиграть путевку в финал и не выиграл. Не сумел забить. Ну, а потом началось шоу. На мой взгляд, достаточно явных ошибочных решений в исполнении Мэтью Стивенса. Но последнее его решение, когда вводящим ударом он начал доставать синий шар из снукера, но вот третий раз он ошибся на одном и то же. Да, друзья, именно третий раз на этом самом ударе. Третий. Ну, понятно, что Бог Троицу любит, но я думаю, не стоило этого делать. Он проигрывал одну партию, правильно? Проигрывал одну партию. Ему нужно было обязательно выигрывать, чтобы было решающее. Решающий между собойчик, между ними. Решающий, контровой. 16. Ну да ладно. А я объясню, почему он так переживал за Мэтью Стивенса, я уже об этом говорил. Вот Ронни Салливан не кладет зеленый. 74-33. Нет никакого смысла. 25 очков всего лишь на столе, нет никакого смысла продолжать эту партию Стивена Хенри. Счет становится 15-4, до победы Ронни Салливану не хватает всего лишь двух партий, всего лишь двух. Так вот, я объясню, почему мне хотелось, чтобы еще разочек, чтобы Мэтью Стивенс сыграл в финале, скорее всего, против Ронни Салливана, вы же понимаете, друзья. Могло еще произойти чудо на второй день, на третий день, учитывая то, что уже взял после перерыва две партии Ронни Салливан. Чудо уже не произойдет. Это надо быть супер оптимистом, чтобы верить, что Хенри сумеет выиграть 13 партий, отдав одну всего лишь Ронни Салливану при такой-то игре в исполнении Салливана. Зато как Хенри забивает. Смотрите, какие классные. Какой классный дальний шар он положил. Так вот, Мэтью Стивенс играл в финале 2000 года против Марка Вильямса. Проиграл 16-17. Ничего страшного, но опыт у него есть. Мэтью Стивенс участвовал на двух четвертьфиналах, а вдруг полуфиналах. Проигрывал. Но, опять же, опыт есть. Единственный человек, кто мог вцепиться. Ну, из двух, разумеется, если выбирать Гримдот или Мэтью Стивенс, мне показалось, что с этим человеком мог бы быть Мэтью Стивенс. А уж хочется финал смотреть. Хочется, чтобы финал был, скажем, помягче, не столь разгромным для одного из участников решающего матча, вот как этот полуфинал. А пока счет разгромный, 15-4. Так, 9 очков Хенри. Будем надеяться, что эта партия для него закончится более успешно, чем многие из предыдущих. Идеально вышел. Шар, который стоит внизу пирамидных, те, которые под розовым, он прекрасно играется. Так оно и есть, и выход под черный. А что теперь? Будет разбивать или не будет? Попытался. Попытался он разбить, раскатить пирамидные шары. Единственный удар, который у него стоит, я вижу в середину. А нет, вы знаете, может быть через шары ему удастся сыграть шар в ближнюю к нам правую лузу. Да, это он и делает. Ну, конечно, этот удар куда более выгодный. Выгодный-то он выгодный.
А это посложнее. Резко большая луза. Серединная. И не попадает Стивен Хендри. Перерезал. 24, Стивен Хендри. Причем достаточно много. Хотя выход какой сделал. Идеальный подсчет. Но опять же, выход выходом, это, на мой взгляд, главное в снукере. Но ведь и забивать нужно. Стивен Хендри говорил в нынешнем сезоне, что особенно во второй половине перед чемпионатом мира он тренировался как никогда усердно и как никогда здорово, но у него получилось на тренировках. Но еще вспомню слова Стивена Хендри, которые он говорил. Посмотрите, как аккуратненько. По такой мастерской резке отправляет середину на правый шар Рони О'Салливан. Так вот. Опять же вспомню слова Стивена Хендри, касаемо и того, что одно дело успешно себя чувствовать на тренировке, совсем другое, когда ты не выигрываешь, неуспешно выступаешь на турнирах. А для него, для Стивена Хендри, успех — это, конечно же, исключительно победа, только победа и тысячу раз победа. В финале, конечно, он любит играть, условно, как и все, но если не побеждает в финале, считай, что он выступил неудачно. Просто, наверное, еще времени не прошло столько, сколько с последних побед шестикратного чемпиона мира Стива Дэвиса. Тот последний раз выигрывал свой чемпионский титул. Боюсь ошибиться, когда. Сейчас посмотрю. По-моему, это было начало 90-х годов. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну вот сейчас выходит, когда Стив Дэвис, когда выходит, а он уже играл в финале. Я напомню, что его в финале как раз переиграл турнир Welsh Open в нынешнем сезоне Рони О'Салливан. Так вот, последний раз Стив Дэвис выиграл в 89-м году. Джона Перрота он переиграл со счетом 18-3. То есть такой разгром учинил ставшему через год чемпиону мира, а Перрот в 91-м году выиграл, переиграв Джимми Уайта. 18-11 причем. Ну так вот, уже прошло с 89-го года, скоро 20 лет будет. Ну, как минимум 15 прошло. И уже Стив Дэвис уже говорит, что для него счастье просто участвовать в турнирах. 28. Просто выигрывать матчи. Да и партии, наверное, тоже. Наверное, какое-то время пройдет и, ну понятно, на смену 29. Чемпиону былых лет приходят новые чемпионы. Может быть, на смену Стивена Хендри придет такой человек, как Рони О'Салливан. Я говорю, на смену, когда кто будет властвовать не один год, не два и не три, а четыре минимум, как Стивен Хендри властвовал. Да он 5 лет вообще-то властвовал. Причем безраздельно. Вот представьте, Марк Вильямс, который сейчас в первой мировой классификации, он выиграл чемпионат мира, затем Кубок ЛЖ, сезон, турнир, с которого начался нынешний сезон. После этого он перестал властвовать. Но зато он выиграл 2 чемпионата мира. Но говорить о нем как о властелине никогда бы не рискнул. А вот этот может, единственное, что ему может помешать, вот достаточно такая артистичная натура, подверженная эмоциям извне. Хотя он тоже, я даже, честно говоря, раньше просто не сталкивался, что Рони О'Салливан настолько самокритичный человек. Он сказал, что он не знает во сто крат больше, нежели то, что он знает о снукере. Он по-прежнему учится и по-прежнему, прежде всего, учится выходить в надлежащую форму к наиболее главным турнирам. А понятно, что не все турниры дают одинаковые рейтинги. Чемпионат мира дает самый большой рейтинг, если говорить о мировой табели о рангах. Если Рони О'Салливан выиграет, победит на чемпионате мира, значит, он станет первым в мировой классификации. Как Марк Вильямс стал первым и отобрал это звание у Рони О'Салливана. А он уже был Рони, лучшим-то. 54.
Он сменил Джона Хиггинса на этом посту. 55 на 24 уже. И что еще любопытно, вот Ронни О'Салливан в этих играх своих на нынешнем чемпионате, этим же и Стивен Хенри отличается. Они создают позицию, я не говорю, если нужно играть, скажем, только по черному, по цветному, если нужно играть по красному, когда у них есть как минимум двойной выбор. Ну, посмотрите, опять очередная ситуация. Да, это шары так стоят, но он их так в итоге-то оставил. Можно играть как по верхнему, так и по нижнему. И нет проблем. Вот уж на самом деле нет проблем. No problem. Счет 16. Счет становится 16. Не догоняет уже великий. 77. 35 очков на столе. 24 плюс 35, 59. А Ронни уже 78. И брейк его 78. За 100 он сделает. За 100 может сделать. 84 и 27 очков на столе. Значит, может получить 111 очков. Это значит, будет 13-й его брейк. 13-й брейк на нынешнем чемпионате мира. И всего трех ему не будет хватать до повторения рекорда Стивена Хенри на чемпионате мира 2002 года. Всего лишь трех. Не хватает до повторения рекорда, но 4 сделает. Может быть, в этом матче еще что-то успеет сделать. Если не успеет, значит, перенесет на финал. Против. Нет, он брейк-то не сделал. Он брейк не сделал, значит, 12 так и осталось. Что ж, друзья, 16. 16-4, разгром Стивена Хенри продолжается. Впереди решающая партия. Видно, соберется Стивен Хенри или нет. Стивен Хенри. А ведь я вот еще, друзья, что вспомнил-то о предыдущем полуфинале с участием Мэтти Стивенса и Грима Дотты. Ведь в рейтинговых турнирах они встречались трижды между собой до сегодняшнего момента. До нынешнего момента. И 2-1 был счет в пользу Грима Дотта. Стал 3-1. Любопытное соперничество получается. То есть Стивенс, который ходит в десятку сильнейших, стоит на порядок выше. Это его достижение в главных турнирах, а это есть, что является, ну, скажем так, показателем класса, безусловно. Хотя бы взять его достижения на чемпионатах Великобритании и чемпионатах мира. То, что на порядок. Очень большой порядок выше, нежели Грима Дотта. Если Грим Дотт, скажем так, не выиграет финальный матч, то он будет всего лишь раз финалистом. Ну, правда, столько же было Мэтью Стивенс до полуфиналов, четвертьфиналов. Грима Дотта еще в жизни вообще никогда не было, а Стивенса были. Но тем не менее, матч между ними 3-1. Если говорить о встречах между ними. Такой один большой матч. На долгие годы. Так вот, пока что в этом матче со счетом 3-1 ведет Грим Дотт. Что же получается тогда? Есть неудобные соперники. Даже у тех, кто объективно выглядит лучше. Но вот пока что неудобным соперником для Ронни О'Салливана был Стивен Хенри. Даже в тот момент, когда... Да нет, друзья, я, пожалуй, поторопился сказать. Я говорю о чемпионатах мира исключительно, потому что до сегодняшнего дня они трижды встречались. Я напомню, 3 победы на счету Стивена Хенри. 3 из 3. Когда он был лучшим и когда, в принципе, в последние несколько лет более высокие достижения на чемпионатах мира были у Ронни О'Салливана. И все равно О'Салливан проигрывал. Этот шар он должен положить, конечно же. Идеально. И положил идеально, даже страховаться не стал. Идеальный выход под черный.
так как мы привыкли к серийному исполнению подходов к столу. Рони, а Сливана? Вот подошел серия, подошел еще разочек, еще серия. И очень редко бывает, когда серия не случается. Чуточку забурился в красные шары биток. Да там и остался. Но вот отсюда не видно, что в середине стоит шар. Да, вот этот один единственный. Как говорится, один шанс был из скольки там, из 14. Потому что уже один красный шар забил Рони Сливан. Оставалось 14, всего красных 15. Положил второй, теперь синий. Ну и выход под красный, тот, который стоит на ошибе справа. И понятно, в ближнюю к нам правую лузу играет Рони Сливан. Играет, не задумываясь. И от двух бортов мог бы одного, и от одного, конечно, выйти. Но от двух бортов ему показалось более надежно. Я думаю, даже что ему не показалось. У меня такое впечатление, что Рони Сливан не продумывает. Ну, он продумывает позицию, но не продумывает удары. Удары у него получаются как бы сами собой. Вот именно так, а не иначе. Ну, что сейчас сделал, совсем непонятно. Будет тянуть через шары, потому что идеально шар стоит вот в ту же самую правую к нам. Ближнюю к нам правую лузу. Он играет другой. Тоже неплохо, кстати говоря. 23. Если бы играл вправо, ему пришлось бы тянуться. Через сколько там? Через трехрядность красных шаров. Знаешь, как похоже. Фантастика, что делает. Вот в предыдущем полуфинале, за которым мы с вами наблюдали, вот это предчувствие ошибки, оно в воздухе летало подчас. Кроме, наверное, длинных ударов, которые делал Гримдот, тогда я не ожидал, что он ошибется. Но под конец он тоже перестал страховаться, оставил биток на ближней к нам половине стола, как правило, делал удары по ближним лузам. Ну и потом начинал свою серию. А здесь, когда Рони Сливан исполняет даже самый сложный удар, вот нет ощущения, что он ошибется. То есть эта ошибка, это исполнение, это нечто. Это непонятно, что произошло, если Сливан ошибся. Фантастика. Он играет просто сумасшедшее. Ну, казалось бы, да, затрепыхал синий шар. Сначала коснулся левой губки, потом правой. Так, постучался в них то в одну, то в другую. И в итоге упал лоз. Похоже, что эта партия становится на самом деле решающей. Тогда что у нас получается? 17-4. Нужно раскатить пирамидные шары. Посмотрите, как раскатил удачу. Красный. Я думал, честно говоря, что он будет другой играть. Но он стал под синий выходить, не стал шар на борт ставить, чтобы сыграть черный. Черный скатывается по борту. Еще один красный. И затем еще один синий. Причем не тот красный, который стоит над черным, а тот, который вот из этих четырех красных, который под розовым, стоит вот в этом ромбике самый нижний, то бишь самый ближний к нам. 48. Ну вот теперь ему надоело синий забивать, он решил выйти под черный. Вот на каком-то фантастическом в качестве автомате играет Рони Сливан. Да нет, по такой игре ему на самом деле нет равных. Ну просто нет 56. На этом чемпионате. Это на снукеру высочайшего класса. 63-0. 67 на игре. Еще одну серию, он 63. Уже впереди. Значит, он, получается, подойти, по сути своей, не дал Стивену Хенри к столу. 64. 71. Черный кладет и 71.
И не отходя с места, вы заметили три шара. Ну просто теперь нужно, просто обязан перейти на другую сторону стола, чтобы забить черный. 79. И в середину будет играть самый левый красный шар. Не попадает, но здесь нет продолжения. По этой партии у матча нет продолжения. Так без особых эмоций пожали друг другу руки Ронни О'Салливан и Стивен Хенри. И Ронни О'Салливан в финале. 17-4. Фантастический счет, друзья. Единственное, что я могу сказать. Ну и завтра не забудьте. Завтра у нас уже с вечера, начиная с 20 часов по московскому времени, рассказ о финальном матче с участием Ронни О'Салливана и Грима Дотта. Да, финал. Ронни О'Салливан, Англия, Грим Дотт, Шотландия, чемпионат мира по снукеру и наши очередные трансляции из Шеффилда. На этом, друзья, мы на сегодня со снукером прощаемся. Не забудьте, завтра новая встреча. Счастливо, пока! And Dot.